Привет, парни и девчонки, меня зовут Ник Фрост, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поиграем Mortal Kombat X Mobile. Я надеюсь, это мой будет последний ролик по прокачке персонажей. Всех бойцов, которых я хотел качнуть, всех бойцов, которые вышли до обновления 1.13, я хотел качнуть до 50 уровня. Прокачал всех. Сегодня у меня 657 день, а план у меня был на 666. И уже вышло обновление. Уже вышло обновление 1.14. Я даже начал там за Такеду, за Шинока играть. За Шинока еще не успел, но уже несколько слияний мы сделал. Такеда уже 30 какого-то уровня. Потом внезапно вышло обновление 1.15. Добавились новые бойцы. Как видите, у меня здесь Бешенство Тигра Гора, Мстительный Шинок и Aftershock Дрожь. Реально, я о них ни хрена не знаю, так что давайте почитаем вместе с вами. И я надеюсь, этот ролик получится, так как долбаные читаки реально запарили, не портят всю малину. То есть я их так прокачиваю, но на канал не могу много заливать, поскольку там есть проигрыши. Проигрыши во второй битве, в третьей битве, когда встречают читера. Так, давайте почитаем, освежим память о Шиноке. Малёха. А Шиноки тут быстренько, так успешно завершив комбо, Шинок имеет шанс получить броню тени, которая вдвое снижает урон от спецприемов. При успешной блокировке спецприема броня тени наносит... Хер его знает что, настолько мелкий шрифт, постоянный урон, наверное, от кровотечения. Шинок повышает шанс критического удара 20% для всех союзников из преисподней. Так, ну в команде у него почему-то не представители преисподней. Внешний мир и... Кто? Мастера? Тремор. Тремор. Встречаю во второй раз в жизни. Самое слабое звено. Каждый раз, когда Дрожь вступает в бой, против него выходит слабейший из противников и оглушается. Мастера единоборств имеют шанс на неблокируемые атаки в бою с противниками из преисподней. Да. Кстати, секундочку, давайте глянем, что там у него приемы делают. Ничего, просто наносят урон. Отлично, и Гора. Гора. Встречал я, по-моему, один раз его за все время. Так, Гора у нас тоже просто урон. Здесь тоже просто урон. Так, что у нас такое? Ух ты, ёпрсте. Вот это он выглядит. Гора, внешний мир. Так, дракон рожденный. Завершающий комбо и спецприемы имеет шанс нанести постепенный урон от огня. Так. Все персонажи с огненными атаками имеют 25% шанс поджечь противника в тот момент, когда входят в бой. Все, братюни, я все прочитал, теперь я, сука, блин, готов надрать жопу. Next, надеюсь, это не какие-то читеры, вроде бы без шмоток, без нихрена. А сейчас начну играть, и они только так, иди сюда. Текст. Посмотрим. Так, ну пока жизни отбираются, и это плюс. Не знаю, как там у него защита от огня. Сейчас испытаем. То, что он, конечно, красава и любит огонь, это хорошо. Но вот как у него защита от него. Так, с этим хером сейчас мы что-нибудь придумаем умное. Так, Саб-Зирыча на него натравим. А, кстати, блин, Саб-Зирыч, может, надо было его апнуть. Блин, я надеюсь, он сейчас не получит следующий уровень. Так как я собираюсь... сделать этот ролик финальным. Ага, вот, кстати, слабейший, да? Типа он выскочил, я тут типа самый слабый. Но это по причине, скорее всего, малого количества жизней, так как назвать его самым слабым... Язык у меня не поворачивается. Блин, неужели я не нажал? Я же нажимал. Есть, запретил ему меняться. Так. Долбанный талант его спасают. Прикольная игра, по сути, для меня... Ух ты, блин. Это что, было спецприем? Ну, хорошо. Хоть не алмазный, там вроде бы алмазный даже есть. Сейчас я, наверное, и Шалка на всех и встречу, блин. У меня у самого из новеньких только Шалкан, которого я открыл. И еще где-то роликов 5 или 6, которые я даже не озвучил. Так, фу-фу-фу. Мне повезло, что он не апнулся. А то я, малёха, забыл. Я уже несколько роликов пытался делать и забывал сделать вот такую фишку.
вот такую фишку. Давайте мы вот таким макаром его апнем. Все-таки карточки есть. Так, главное тут не завтыкать и вовремя остановиться. 48. 49. Во! Еще 7 карт осталось. Ну, их в ближайшее время я использовать не буду. Так, все. Джей, читаем о Джей. Джей, тут все понятно. Тут все понятно. Как всегда, стоит прислушаться, не ходит ли кто-нибудь в коридоре. Надо бы как-нибудь это повернуть камеру, чтобы глянуть, куда я постоянно смотрю. Так, что же с этой козой? Так, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, а ну-ка, давай-ка его. И первый спецприем, и тут не страшно, потому что у меня щит. Есть, щит меня защитил. Щит меня защитил, а вот она стала терять силу. Но лучше бы, конечно, она получила отравление. Это было бы гораздо приятнее. Так, всяких пожарных сменимся. Так, надеюсь, он его так забьет без никаких этих. Угу, забьет с этими талантами. Давай, во время комбо умри, нет, не хочешь? Так, снова вышла Джейд. Так, попробуем что-нибудь сообразить. И получилось. Там вроде бы еще шмот новый добавили, но у меня еще ничего этого нет. Так, одну полосочку. Давай сразу же вторую. Ну же, блин, что случилось? Почему так? Ладно. Тут ради прикола можно даже на рентген нашкребать, но, наверное, я так его завалю. Без рентгенов. Есть. Есть контакт. Так, братишка, тебе совсем чуть-чуть, где-то 20 тысяч остается, да? И как бы тут ни сложилась ситуация... Ух ты, ёкалэмэнэ. Какой странный состав. Шаокан. Оглушение. Просто 14 косарей урона. Проклятие. Вот, блядь, а пассивки я, по-моему... Так, один раз за матч Шаокан может мгновенно убить противника с менее 40% здоровья. И что? С СП2? Что СП2? С второго спецприема? Бить противника с менее 40% здоровья. Какой-то, блин, не такой период. Наверное... что такое СП2? Хер его знает. У Шаокана есть 45% шанс для оказания помощи персонажам внешнего мира при смене напарника, бросая молот в противника. Ну, учитывая, что... Да, это все серьезно, блин. Но учитывая, какой он, блин, как... какие мега крутые уровни, то чихал я на все его умения. Хотя все-таки Шаокан. Посмотрим, посмотрим, как все сложится. Думаю, пора Шаокана говорить. До свидания. Так, кто-то, слышу, ходит в коридоре, как всегда, меня это пугает. Так, ну Рейден тут серьезный парень. Рейдену мы заберем силу. Так, заберем. Есть, теперь меняемся на Сабзирича. Еще разок ему ставим, козлу. Чтобы он горел и отравлялся одновременно. О, вот это мне нравится. И это мне нравится, когда выскакивает Дивора и получает сразу же вот эту хрень, что силу отбирает. Не дают мне сосредоточиться, кто-то ходит в коридоре, но это не мешает Сабзира получить 50 уровень. И все, я выполнил свою хотелку. Вначале я шел очень быстро, потом немного замедлился и под конец буквально каждый день, там последние, наверное, 10 дней, буквально каждый день у меня новый персонаж апался до 50 уровня. Блин, ура, ура, ура. Ну, мы доиграем, еще 2 битвы осталось. Так, как мы поверну эти штучки. То локти не помещаются. Так. Так, Лю Кана, по-моему, смысла поджигать нет, но вот отравить смысл есть. Да, никакая сила у него не забирается, поскольку это Лю Кан.
Но люлей он получает так же, как и все. Так, Гварака, надеюсь, я сейчас запрещу ему меняться. Посмотрим, получилось. Там все тут сразу же. И сила не набирается, и меняться нельзя. Ну, блин, как юбка, мне что-то застрял. Ну, все, прям чики-пики, можно для полного счастья его поджарить еще. Давай, Барака. Ах, ты ж гандон. Так, ну тут вышел Джонни. Типа, все серьезно. Так, меняемся. Меняемся. Наверное, благодаря тому, что появились новые бойцы, читеры немного перестраивают сейчас свои схемы. Так, это у меня, еще вам скажу, какое число сегодня, 6-10, 657 день у меня. Я все выполнил, и я, честно говоря, не знаю, когда выйдет ролик. Не знаю, когда выйдет. Наверное, после всех тех, я там Такеду прокачивал, там еще целую кучу бойцов, Соню, там Саб-Зиро. Наверное, он выйдет хрен знает когда. Но знаете, что я выполнил это сегодня. Я бы даже как-нибудь показал, какое число сегодня. Я даже не знаю, как это провернуть. О, смотрите. Пятница, 6 октября. Вот это уже серьезно. Пятая битва, наверное, крутая будет. Так, Шауканчик упакован. Пакован капец. Первым приемом могу шать. Я как-то на это внимание не обратил. Этого чувака я, по-моему, уже видел. Тут особо ничего страшного. Кроме того, что кто-то там чего-то поджигает. Я потом еще, когда буду играть, более внимательно почитаю. Этого хмыря вижу, по-моему, впервые в жизни. Один раз за поединок Гора может вернуться в бой через 8 секунд после поражения с 50% здоровья и сокрушительным ударом. Все персонажи в команде Гора получают плюс 20% к атаке. Слышь, нихера себе. Гора у нас алмаз и Шаокан алмаз. Да повернись уже передом, блин, к лесу задом. Так, ну ё-моё. И вроде бы парень должен быть высоким. Лиззи, это Лиззи. Ну что ж, Лиззи, посмотрим. Ага, Лиззи, смотрите, а Шаокан-то не седьмого этого сама. А Шаокан-то не седьмого слияния. А что ж такое, еще не раскусили эту фишку? Ну, может, она и не читер, это Лиззи. Так, давайте мы вот этого поставим. Короче, сейчас будем нагибать. Или меня. Так, забыл нажать паузу и сделать вот эту фигню. Ну, не успел я, да, действительно, можно было бы свалить отсюда. Не успел я это сделать. Ладно, завтыкал. Блин, ни хера себе. Ты чё, дай мортал? Да пошел ты в жопу, ты тоже, между прочим, мортал. Хотя, учитывая любовь разработчиков всяким там воскрешением, тут, походу, никто в этой игре не мортал. Хотя она так и называется. Так, ну я тут даже не знаю. Ага, меняться ему запретили. Чувак, как тебе Саб-Зирыч? Чё-то я думал, он ростом повыше будет. О, да. О, да. Блин, что-то за хрень. Там молот ко мне полетел, но... Я на него чихал, поскольку у меня был щит. Но Шаокан что-то там подстрикнул. Или настолько мизерный урон. Потому что Шаокан слабенький. Блять, что за нахер? Сколько там у него шансов было вернуться в бой? Один раз, я надеюсь? Или он постоянно это будет делать? Да ты вообще охеревший парень. Да ты, блин, мастер прям вообще. Сам ты сак, этот прям выходит. Этот прям выходит сходу с фразы. Может, они со временем еще ведут, что мы сможем шмотки подбирать на ринге и пуляться ими, как в старшей версии? Знаете, как он умрет? Вот как вы думаете? От Саб-Зирыча, от того, кто получил уровень. Ой, прости, Гора, прости. Ух, так, сейчас, наверное, по-быстренькому пройдемся по моим картам. Прошлись, игра в шоке. Игра в шоке от того, как Николай круто сыграл.
И, блин. И качнулся Бзира, что решила закрыться к херам. Так, ну ладно. Давайте здесь мы на секунду прервемся, дождемся, пока она загрузится. Или я даже не знаю, или продолжать. Что вам сказать? План я выполнил. Давайте пока нагрузится, я вам расскажу о своих мыслях. Значит, первая мысль, что у меня было делать, когда я доберусь до 666 дня. Это сбросить счетчик вот этих входов. Просто это уже как работа стала. Каждый день надо зайти в Mortal Kombat. Потом я почему-то подумал, а нахрена его сбрасывать? Я уже привык. Привык каждый день заходить. Пусть будет. Потом я думал, а может вообще забить на Mortal Kombat, взять некоторый перерыв и возвращаться в него только после выхода обновлений. Тоже была такая мысль. Сейчас, если честно, я даже не знаю как. Может, пока еще по накатанному буду идти. Посмотрим. Пока никаких мыслей прощаться с игрой нет и тому подобного, потому что, блин, два обновления вышло, два обновления, так скоро, я прям охренел и не ожидал. Так что играть я пока буду, есть еще кого качать, зато теперь у меня четко можно сразу успевать опробовать новых бойцов. Если раньше я просто не успевал это делать, то сейчас вот они появляются, и я по мере дела смогу их, блин, прокачивать. Так, игра, отвисни, я тебя прошу, малеха, что-то она тут глюканула. Так, давайте зайдем в войны фракции, глянем, что я там получил. То, что выбросило, это еще ничего, тут можно награды получить, игра все это помнит. О чем я говорил? Так, журнал битвы посмотрим. Где-то там у меня поражение было, так я вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть битв. 5 минут назад, типа. Да, последней битвы, наверное, нету, да? 6 минут назад. Не все, походу, ушло на сервер, но, тем не менее, это не помешало прокачать моего Саб-Зирыча. Теперь мы зайдем в коллекцию. И... Вот ее. Сделаем вид чуть попроще. И отсортируем их по уровню. И что мы видим? Что все уже 50 уровня. И остались только Такеда. Им я достаточно много сыграл. Не ожидал от себя такого. Но Такеда я поиграл. Пока прокачивал всяких там Сони и тому подобных. И весь свой остальной спецназ. А как оказалось, он еще и мастер. И мастеров ему в напарнике стало всех подряд. То Такеда сам качнулся. Хотя его в планах не было. Шинок. На сегодняшний день еще ни разу не играл им. Вообще. Да, давайте заглянем. Ни хрена. Ни одной битвы. И Шаокан, полученный буквально вчера. Полученный буквально вчера. С менее 40% здоровья. СП2. СП2. Осталось у меня еще 7 вот этих карточек. Все клево. Так что, ребята, план я выполнил. Что я могу сказать? Я доволен, я доволен, я успел, теперь буду простенько, не спеша заниматься прокачкой Такеды, Шинока. Хорошо, у меня не сразу же целая толпа новых бойцов, я буду успевать за всех. Вот теперь для Такеды кучу всяких отрядиков поделаю. Что вот с ним делать, я еще не знаю, но об этом еще будет сказано в будущем. Возможно, они запилят это еще какое-нибудь обновление, так как я имею в виду не обновление, а вот этот сбор душ вернут, осколков духа, так как, ну, у меня там 60 было, еще один появился, я когда вчера сбрасывал испытания на Шинока, я же, помните, как я там в ролике делал, я захожу в башню Шаокана и прохожу один разок. Как раз так случилось, что была башня, где дали деньги, души и один вот этот осколок. И у меня стало 61. Ну, так я бой пришел и стало 61. Ну, я не знаю, ребята, что еще добавить, что еще добавить. Я доволен, что я успел. Теперь можно не спеша заниматься всякой херотой, типа переборов этих наборов за 360 душ, попытки выбить Гора. Можно заниматься дальше, есть у меня тут один боец. Сейчас я вам покажу. Очень магазина, где тут надо коллекция, коллекция. Есть тут у меня один боец, который немного выбивается в слияниях. Здесь все у меня, если их отсортировать еще по слияниям, все у меня, как видите, 7-го слияния. Шинок. Еще пройду Шинока. Трижды мне надо еще пройти, он получит 7-е слияние. И Танюшка у меня просто за рубинчики. Просто за рубины.
Ну и как видите, алмазы. Ну, о них я ничего не говорил, в планах их не было, так что я не парюсь. И вообще, я, кстати, подумал, а не забросить ли это дело с перебором набора этого алмазного. Ну, в этом обновлении добавили сразу две карты. Почему бы и нет? Кстати, не две карты. Выпадает оттуда одна, но вот что с этим завоевателем? Не знаю, можно попробовать пострадать, знаете чем? Снаряжение попробовать покачать. Снаряжение тут как-то можно сортировать по силе, да? Снаряжение у меня много. Сила, блин, что-то не то. Как же его тут отсортировать? Сила, ага, слияние. Например, можно попробовать новую цель для себя поставить. Слияние. Так как видите, у новичков я забил на это дело, на прокачку их шмоток. Вот этот посох, видите, все эти бойцы. Если раньше у меня и это апалось при откате к версии 1.2.1, то когда я перестал этим заниматься, естественно же, шмотки их не апгрейдятся. И по сути я даже не переживаю, так как, ну, ничего еще достойного я не видел. Вроде бы там как эта шапка Шаукана, вроде бы там нифиговая должна быть. По слухам, я где-то там уже встречал, на форумах они пишут. Но мне реально хватает того, что есть. Мне реально хватает того, что есть. Это молот гнева, кровавый томагавк, кровавая кукла Вуду, мои самые ходовые. И где тут еще? Медальон душ. Кто тут еще? Бледная татуировка. Это для меня самые ходовые. Самые ходовые. Возможно, опустошитель и источник жизни Блейза когда-то стану использовать, но после того, как они апнутся на слияние. Источник жизни вроде бы вещь полезная, так как увеличивает урон от огня. Взять, к примеру, его, взять там гору, взять еще каких-то там бойцов, которые поджигают, было бы, наверное, круто. Но он у меня фиговенький по слиянию. Так что игру я не забрасываю и буду потихоньку, наверное, заниматься прокачкой шмоток, ну и прокачкой новых бойцов. И думать, как же поднять слияние Шаокана. Вот такие дела. Что ж, на этом я с вами, ребята, прощаюсь. Давайте пока у меня мстительный шумок подвинем это дело. Да, кстати, можете глянуть, видите, вот еще сколько осталось. Короче, многократное прохождение реально уже поднадоело. Зато вот эту строчку, кстати, в обновлении перевели, да? Покорите преисподнюю и победите императора Шиннока. В 14-й версии было на английском языке. Что ж, а теперь точно всем пока. До скорых встреч на канале. Игру я не забрасываю. Немного я придумал себе новый график, в каком порядке будут выходить серии. Так что еще увидимся.